Возвращение легенды. Этого события Москва ждала почти 2 года. Легендарная метелица вновь открывает свои двери. Двери в мир удовольствий, отдыха и позитива. Адрес без изменений. Новый Арбат, 21. Заглянем. И вот мы в метелице. Наверху ресторан, но я трапезничать не желаю. Пойдем танцевать. Здесь такая музыка. Ну, здесь полностью все поменялось, потому что мы находимся в зале, вот как раз казино. Вот. А теперь у нас это, опять повторяю, ночной клуб. Естественно, поменяли, сделали какую-то стилистику, которая подходит им для ночной жизни. Не для казино, где нет ни окон, ни дверей, все сидят на каких-то вертушках играют. Вот. А сделали все таким образом, чтобы люди могли себя классно там, да, чувствовать на танцполе, сидеть в ложах, отдыхать. У нас 2 зала, один лаунж, другой, вот где сейчас были, это танцпол. У нас еще есть концертный холл, где мы периодически проводим мероприятия, связанные, скажем, со звездами. Это презентации какие-то, мероприятия, новые клипы. А казино напоминает вот эта касса, но сейчас это всего лишь предмет интерьера. А что было? Было понятно, что было казино, немножко все пребывали в шоке после того, как это закрылось, долго думали, что же должно стать, что же получится. В результате получился новый развлекательный концепт, который так и называется «Развлекательный концепт метелицы», который включает в себя караоке, вип-караоке с шикарным звуком, с роскошным интерьером, включает в себя большой банкетный холл, который с 1 февраля начнет работать уже как концертный, уже на полгода расписаны графики по тому, как будут концерты делать, какие звезды, уже ведутся переговоры по привозу иностранных звезд. Думаем, что будем очень сильно удивлять Москву, потому что будем возить тех, кто либо очень дорог, либо кто еще не был, либо тех, кого любим, знаем, помним. Это чиллаут. Сейчас здесь немноголюдно, потому что основная масса на танцполе. Мягко, удобно, комфортно, что еще сказать. Немножко поодаль VIP-зал, но отдыхать некогда. На сцене, а она здесь не одна, очередная звезда российской эстрады. У меня очень много связано с метелицей, потому что в 98 году все началось. Мы здесь тусили 2 года, каждые выходные работали. А метелица, я думаю, она сейчас будет развиваться в новом направлении. Понятно, что тяжело без казино, но надеюсь, что люди будут приходить и радоваться, наслаждаться в этом клубе. Звезды российской эстрады и не только, на сцене Шена! Сначала открыли караоке. Караоке заработало нон-стопом, потому что как бы изначально ресторанный бизнес плюс караоке, всю жизнь пою, поэтому решили с этого. Потом открыли концертный холл. Так как декабрь заполнили и ноябрь полностью сеткой корпоративов. Потом поняли, что справляемся замечательно, срочно в декабре открываем ночной клуб. Итак, 9-е это случилось. Могу сказать по чесноку, может быть не 5 с плюсом, но 5 с минусом есть. Были, конечно, какие-то издержки, но команда сильная. Спасибо просто всем, кто работал, участвовал, менеджерам, пресс-секретарям, управляющим по каждому подразделению. Просто молодцы. Отдельное спасибо нашему главному, не буду говорить кому, папе, руководителю, потому что человек живет, участвует в этом проекте, сопереживает каждый момент, это бесценно. Наше направление –
Мы хотим, чтобы было как раньше. А как раньше — это ты знаешь, куда идти, где петь, где плясать, где ужинать, когда артисты на сцене, кого ты любишь, чтобы метелица возродилась, чтобы вернулась эта легенда, как бы не было странное это слово. И чтобы на Новом Арбате 21 было место, куда хочется приходить, возвращаться, и всегда был респект. Всегда. Танцевать хочется, спасу нет. А поскольку обо всем вроде бы как и рассказали, откланиваемся. Сергей Рыбин, Роман Федосов, я на танцпол. Ночной клуб «Метелица».